Всем привет! У нас сегодня в обзоре целый набор от фирмы GoZero, модель под названием GAI-DC Plus Solar Recharging Kit. Фирма под названием GoZero специализируется на производстве аккумуляторов, солнечной батареи, пауэрбэнков и фонарей. В общем говоря, то, что находится в этом наборе, это реально крутые изделия. Ну а теперь давайте поговорим, собственно говоря, об этом наборе. Модель GAI-DC Plus – это портативный источник питания с четырьмя пальчиковыми аккумуляторами типа 2А. Посмотрим, что же у нас идет здесь в комплекте. У нас в комплекте сама солнечная батарея с вот такими вот петлями, с помощью которых можно эту панель закрепить у себя на рюкзаке. С другой части у нас имеется сетчатый кармашек, в котором хранится наш блок с четырьмя батарейками типа 2А, переходник под автомобильный прикуриватель, USB, а также два провода. Один провод для коннекта со всеми системами от фирмы GoZero, например, с инвертором можно его соединить, а вот этот вот ход используется для зарядки от солнечной батареи. Получается, мы здесь подключаем наш мини-бэнк с четырьмя батарейками, здесь мы раскрываем нашу солнечную батарею и можем спокойно заряжать наши девайсы. Хотелось бы вам сказать, что портативно и очень легкая данная вся система работает от солнца. У вас имеется возможность зарядить эти аккумуляторы, а потом уже отдельно от этих аккумуляторов вы можете заряжать мелкие гаджеты, например, мобильный телефон, GPS-навигатор, либо же просто, внимание, имея такой фонарик от фирмы GoZero, выставляем здесь режим работы. Видите, загорелся зеленый индикатор. Вставляем наш USB-фонарик. И он загорелся. Видите, все работает, работает, работает. Также мы этот USB-фонарик можем подключить и к нашей солнечной панели. Сейчас вам покажу, как это все будет работать. Итак, фонарик у нас остался здесь, чтобы вам было видно. С другой стороны, я его подключаю к USB-порту. Так, здесь мы подключили светодиодами к вам. А солнечную панель сейчас откроем и направим на источник света. Итак, внимание, горит, горит, загорается. Видите, у нас здесь заряжается и все, в принципе, хорошо. Итак, вынимаем наш фонарик и поехали дальше. Что у нас имеется здесь на пауэрбэнке? Ну, во-первых, у нас имеется кнопка включения. Есть у нас индикатор, что это все работает. Есть у нас возможность переключить под фонарик. Здесь у нас маленький такой светодиодик. Имеется у нас также выход под зарядку от солнечной батареи и выход под наш кабель вот USB на USB. Видите, да? Да. Внутри идет у нас 4 батарейки типа 2А. Их общая мощность составляет 9600 мАч. Видите, да? Здесь это все находится. Итак, поехали дальше. Данная батарея у нас совместима с системами от фирмы GoZero, как я говорил ранее, и идеально подойдет для всех ваших приключений. Согласитесь, отправляясь в путешествие, гаджеты реально могут разрядиться, батарейки могут сесть, а вот такая вот солнечная батарея реально поможет вам. Например, GAI-DC Plus полностью заряжается от любого USB-порта за 8-10 часов. С помощью солнечной панели Nomad 7 смартфон заряжается от солнца в течение 1 часа. Не забывайте, что время зарядки от солнца зависит от погодных условий. В общем говоря, данный комплект – это реально крутое приобретение. И не забывайте, огромный выбор вещей от фирмы GoZero имеется на нашем сайте mandrivnik.com.ua.